Всем привет, дорогие друзья, с вами Алексей, и сегодня мы поговорим о том, что делать, если ваш компьютер заражен вирусами, а ваш антивирус не справляется или попросту у вас его нету. Это видео будет только лишь совет, это одно из множеств решений о том, как избавить свой компьютер от вирусов и, в общем, вредоносных программ, если так сказать. Что для этого нужно сделать? Допустим, ваш антивирус вовремя его не нашел, либо вы вовремя не обновили его, или у вас его нет, да, и вирусы к вам попали. Я посоветую одну из многих программ. На мой взгляд, это самая удачная программа в своем плане, не как антивирус, а именно как сканер. Всем известно Доктор Веб. Это никакая не реклама, тем более уж Доктор Веб мне точно ничего не платил. Это просто факт. Факт того, что данная программа, естественно, очень хорошо справляется как сканер с вирусами. Так, переходим на сайт. Допустим, вы сможете скачать это, либо скачивать из другого компьютера. Различные вирусы сайтов, их множество, вернее, различные множество вирусов, их очень много. У кого-то бывает интернет не работает, у кого-то комп вообще не включает файлы. То есть там нужно смотреть по ситуации. Но если ваш компьютер зависает, либо вы можете скачать, либо скачали где-то, и можете запустить с флешки, пожалуйста, сделайте так. То есть переходите на сайт Доктор Веба, лучше качать это с официального сайта, скачиваем эту версию. Тут нажимаем «Да, я согласен». И, в общем, далее и запускаем сканирование. Вот раньше он сканировал долго, это было нудно, там врубался какой-то режим и так далее. И было, ну, неприятно, потому что очень много времени это занимало, и компьютер просто, ну, нереально вис все это время. Сейчас они это все дело поправили, и сканирование занимает, ну, лично на ноутбуке, на котором сейчас я снимаю видео, это занимает... Ну, минуты 3, наверное, полностью сканирование. Ноутбук не такой уж мощный, стандартный, старый Core i5, ничего такого выдающегося нету. Ну, в общем, после того, как вы отсканируете, либо переустановите антивирус какой-то новый, поставьте, либо уже обновите свой и будете более-менее защищены. Но на 100% ни одна антивирусная программа, лично мое мнение, вас не защитит, потому что есть скрипторы, которые скрывают вирусы, да, есть просто моменты, когда базы не успевают обновиться, либо вы их не обновляете. То есть, и получается, скачиваете вирус. Он может замедлять работу компьютера, он может сливать пароли. В общем, вирусов достаточно очень много. Вы можете заметить это только тогда, когда у вас уже накопится какое-то количество вирусов, и ваш компьютер не станет справляться. А на самом деле, ваш компьютер будет работать намного быстрее. В принципе, на этом все. Это было видео о том лишь, как просканировать компьютер, как это сделать максимально эффективно и какую, в общем, выбрать программу для этого. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Если не понравилось, естественно, ставьте дизлайк. С вами был Алексей. Всем спасибо за внимание. Пока.